Всем доброго времени суток! Это «Молодежный микс» и с вами Джанет Шушаева. Вот о чем сегодня мы вам расскажем. От ипотерапии к большому спорту. Дагестанские школьники стали призерами специальной олимпиады России по конному спорту. На гребне волны в Махачкале прошел фестиваль водных и пляжных видов спорта. Что знают отдыхающие о Каспийском море? Соцопрос на городском пляже Махачкалы. О том, что верховая езда лечит, знали еще древние греки. Гиппократ утверждал, что больные поправляются быстрее, если занимаются верховой ездой. Сейчас такой вид лечения называют ипотерапией. Для особенных деток эта терапия открывает новые возможности, даже такие, как большой спорт. Так воспитанники конно-спортивной школы «Джигит» Арсен Гасанов и Амир Магомедов стали призерами Всероссийской спартакиады специальной олимпиады России по конному спорту. Золотая, серебряная и две бронзовые медали. С такими результатами приехали дагестанские школьники с олимпиады по конному спорту. Ребята выступали в двух дисциплинах – рабочая тропа и выездка. Победа далась юным наездникам нелегко. На подготовку у них было всего 3 недели. Было очень жарко, лошадь уставала, дети уставали. Это каждый день один из города, с Махачкалы, а другой ребенок с Буйнакска приезжал каждый день. В эту жару 40-градусную они приезжали. Да, было тяжело, но дети выдержали. У них была мотивация. Они хотели поехать и показать, на что они способны. И мы не знали, какие там будут задания, и не знали, какие будут препятствия у детей на рабочей тропе. Мы приехали, зарегистрировали все, и потом нам дали схему. И мы должны были уже вот по бумаге выучить эту схему. Ну, я понимаю, мне легко, а детям же тяжело. И мы всеми мыслимыми и немыслимыми способами пытались им это все объяснить, рассказали, показали. И получилось так, что Арсен Гасанов Арсен, он занял первое место. Первое знакомство с лошадьми у Арсена состоялось в 2018 году. Придя на фотосессию для особенных детей в конно-спортивную школу, он и не думал о большом спорте. Мы первый раз тогда увидели лошадь, и Арсен первый раз на нее сел. И впечатления, конечно, у него были очень такие волнительные, у него был страх. И мы с ним решили, что все-таки было бы неплохо общаться с лошадьми больше. У нас были в основном занятия именно по ипотерапии. То есть у них определенная есть нагрузка, определенное направление. И уже с Нового года мы поняли, что все очень даже неплохо. У него серьезный настрой. И уже именно стали заниматься адаптивной ездой, которые привели нас уже потом к соревнованиям. Программа обучения верховой езде для особенных детей отличается от обычной. Все начинается с ипотерапии, во время которой улучшается физическое и эмоциональное состояние ребенка. Общение с лошадьми и верховая езда не только нормализуют мышечный тонус, но и улучшают коммуникативные навыки. Ребенок учится общаться, то есть через ипотерапию, потому что ребенок, который не хотел ни с кем общаться, тут благодаря лошади, из-за того, что он хочет кататься на лошади, ему приходится общаться с инструктором, общаться с ассистентом, общаться с коноводом. Потихоньку начинается, его круг общения увеличивается. И самое главное, это воспитывает в нем чувство ответственности. Для того, чтобы ребенок и лошадь пошли на контакт друг с другом, их характеры должны совпадать, словно два элемента одного пазла. Для детей с особенностями развития лошадь становится чутким партнером и другом. Что для тебя самое тяжелое при работе с лошадью? Его сдвинуть. Ты начала. Сдвинуть с места? Скажи, а как ты с ним подружился? Первые дни я сам не должен с ним хорошо подружусь. Он мне уже привык. Привык к тебе? Да. Скажи, а какие-нибудь случаи бывают, что он тебя прям не слушается? 5 раз меня скидывал. Скидывал? Все нормально завершилось? Ты не поранился? Нет. И после этого вы подружились? А, уже привык, как он мне скидывает. Заскучился по своему наезднику. Отношения с лошадьми у всех детей складываются по-разному. Здесь важная задача, которая стоит перед инструктором, найти индивидуальный подход к каждому. Бывают дети, вот приходят и сразу садятся, и это вот их.
Они все время просятся на лошадь. Бывает, дети приходят, садятся, но потом что-то их тормозит. Такое же у нас было и с Арсеном. Арсен вначале пришел с горящими глазами, а потом сказал, я не очень хочу заниматься конным спортом, я не буду жокеем. Он у нас придумывает много историй, он рисует, он все, что он рисует, он рассказывает. И мы с ним договорились, что он будет садиться на лошадь, я буду идти рядом, а он мне будет рассказывать истории. Обычно соревнования пробуждают в участниках дух соперничества, и главной целью становится победа. Но в Сочи с Амиром и Арсеном главным достижением стало то, что они научились сопереживать и поддерживать друг друга. Они настолько подружились, что они не чувствовали конкуренции друг друга. Они готовили, передавали друг другу лошадь, говорили, удачи тебе. Вот этот командный дух, вот это вот слияние интересов, то, что они научились слушать друг друга, научились уважать свои интересы друг друга, это большой плюс. Потому что даже нейротипичным детям очень тяжело наладить контакт, в принципе, если так взять, особенно в подростковом возрасте. А тут получилось, что благодаря этим соревнованиям у нас все изменилось. Изменилось само отношение, отношение к людям. Кайтсерфинг, виндсерфинг, яхтинг, брифинг – все это реально и доступно молодым дагестанцам. Здесь, в Махачкале, любители водных видов спорта оказались на гребне волны. По таким названиям прошел фестиваль в рамках всероссийского проекта «Каспий Экстрим». Парашют, доска, ветер и море – все, что нужно для кайтсерфинга. Магомед занимается уже второй сезон. Не раз становился победителем в различных соревнованиях. Вот и сегодня занял первое место. Самое главное, рассказывает спортсмен, нужная скорость ветра – около 8 метров в секунду. В принципе, кайт всегда тянет тебя наверх, но в моменты неконтролируемой тяги, да, бывает немного тяжело. Потому что кайт, он тянет как паровоз, если начинает тянуть. И можно как-то и воды выпить, и вещи потерять, и удариться хорошо об воду. Познакомство с кайтом, да? Сказали, вот кайт, учись. Все. На берегу команды уже играют в волейбол, и возраст здесь абсолютно не важен. Рядом проходят соревнования по подтягиванию. 26, 27, 28 болельщики считают вместе с судьей. Считают и количество поднятия гири. Между собой соревнуются братья Казиева. Нужно заниматься спортом, нужно бросить все плохие привычки и здоровый образ жизни нужно вести. Всю молодежь мы призываем вести активный спортивный образ жизни и заниматься спортом, чтобы быть сильными и здоровыми. Секрет успеха – спорт и правильное питание. Все. Дагестан – южная республика на берегу Каспийского моря, а значит, здесь можно и нужно развивать водные и пляжные виды спорта. Последние годы этот процесс идет быстрыми темпами. Очень важно, что наряду с игровыми видами спорта – футбола, волейбола – у нас есть и водные, и пляжные виды спорта, это и кайтсерфинг, и виндсерфинг, и другие направления. И, конечно же, хочу отметить, что количество и туристов у нас возрастает, когда идет такая положительная динамика развития этого направления. И вообще количество занимающихся в целом у нас увеличивается. Я хочу пожелать нашей молодежи, чтобы они помимо спортивных единоборств, помимо игровых видов спорта, также, конечно же, увлекались и этим направлением. Это очень интересно, и это в целом развивает туристическую отрасль в нашем регионе. Мурат – участник соревнований по виндсерфингу. В свое время этим водным видом спорта занимался его отец. Теперь заинтересовался и он. Ходит уже второй год. Здесь все зависит от силы рук и ног, рассказывает парень. Погода не мешает, а помогает. Чем больше скорость ветра, тем быстрее мчится спортсмен. Поначалу было очень тяжело и сейчас тяжело. Но со временем учишься, становится лучше. Техника, повороты. Сложно все здесь. И устоять, и перебороть стихию, повернуть, сделать поворот. Не отстает от Мурада и его сестра Джамиля. Училась на маленькой лодочке, а теперь хрупкая девушка отлично управляет спортивной яхтой. Синяки и ссадины ее не пугают, а вот воды поначалу боялась, говорит Джамиля. Переборола страх благодаря тренеру. Я понимаю, что я одна в море, наедине, с волнами, с ветром. И я очень переживала, когда делала поворот. Каждый раз, когда я боялась, мой тренер мне пинок под зад, такой, давай вперед. Я такая...
И вот-вот-вот после я научилась кататься на большой лодке, на белой лодке «Финн». На ней гораздо больше эмоций, больше адреналина и острых ощущений. Не просто обучать нескольких человек, а проводить целые фестивали организаторам позволил грант проекта «Каспий Экстрим». Выиграли они его на молодежном форуме «Машук» в прошлом году. Уже закупили новое оборудование и обучают всех желающих. Здесь очень много ребят в Дагестане, которые хотели бы заниматься данным видом спорта, которым это интересно, это развлечение, это большой адреналин, это очень увлекательно. Но зачастую тот комплект оборудования, который необходим для этого, он является очень дорогим. И не каждый желающий может себе это позволить. В рамках проекта «Каспий Экстрим» мы хотели создать условия, при которых каждый желающий мог бесплатно заняться или кайтсерфингом, или виндсерфингом, или яхтингом. То есть тем, чем ему по душе. Пока не закончился летний сезон, подобные мероприятия продолжатся. Ближайшее из них, посвященное Дню физкультурника, состоится уже 10 августа на городском пляже Махачкалы. В этом году городской пляж Махачкалы пользуется успехом. Ежедневно его посещают более 5000 человек. Увеличение количества людей связывают с ростом турпотока в Дагестан. Мы нарушили покой отдыхающих и решили узнать, что они знают о Каспийском море. Какое озеро самое большое в мире? Самое большое озеро в мире – Каспийское. По величине оно, от того, что большая чересчур, его называют морем. Байкал. Нет? Оно самое глубокое. Самое большое? Не позорьтесь. Каспийское. Каспийское море. Каспийское море. Каспийское. Это Каспийское море. А вы знаете, почему называют море именно Каспийским? Нет, потому что Каспий, наверное. Честно сказать, я не знаю. Потому что находится в Каспийске? Я еще думала, что потому что оно в Каспийске находится, но потом оказалось. Берега каких стран омывает Каспийское море? Азербайджан. Потом Казахстан, потом Иран, и еще пятый тоже был. Россия получается, Дагестан. Россия. Азербайджан, Иран, Россия. Россия, потом Грузия, и Казахстан. Туркменистан, Баку, и Азербайджан, то есть Россия. Туркмению, Казахстан, Иран, РСФСР, это значит Дагестан тоже имеется в виду, Россия. Подожди, еще там. Иран, Казахстан, Туркмения. Азербайджан. 5. Забыть школьную программу и не знать что-то о Каспийском море не так страшно. Отдыхая, главное помнить и соблюдать правила безопасности. К примеру, пить много воды, не находиться под солнцем в опасные часы, не заплывать за буйки, не нырять в незнакомых местах и, конечно же, не плавать во время сильных волн. Но самое главное, не оставляйте детей без присмотра. Мы же желаем вам отличного отдыха и хороших выходных. Пока-пока!